Привет, друзья, меня зовут Александр. Как помните, мы с вами в прошлом выпуске остановились именно на этом месте. Мы продолжаем проходить Средиземье Тени Войны. Итак, нам нужно следовать за этой наемной убийцей, которая нас спасла в прошлом выпуске от Назгулов. Куда она нас приведет? И, честно говоря, куда мы бежим, я, честно говоря, не очень понимаю. Кто знает, сколько Назгулов послал король Чародей, мое кольцо не должно мне им достаться. Разве Назгулы смогут справиться с Шеллоп? Вместе они грозная сила. Точно, мы идем к Шеллоп, потому что туда послали всех Назгулов. Это ее детки? Даже детеныши Шеллоп боятся Назгулов. Нужно спешить. В ее распоряжении сила нового кольца. Нет нужды напоминать мне об этом. Но как бы она ни была могущественна, не забывая, что у Назгулов есть свои кольца. Точно, у них же тоже кольца есть, все правильно. Иди нафиг. Нам остается надеяться только на свет Галадриэля. И он защитит нас. Но направлять этот свет буду я. Ну и направляй. Главное, чтобы сейчас по-быстрому туда добраться. Главное, чтобы захватить наше кольцо обратно. Я так понимаю, что оно нам даст какие-то новые умения. И нам станет чуть легче сражаться. Давай, бегом. А вот и Шеллоп. Интересно, где у нее сейчас кольцо надето? На чем? Темный властелин заберет свою добычу. Мне кажется, это был отвлекающий маневр. Кольцо. Он отдал кольцо по своей воле. Вот что она показывала. Почему? Придется чем-то пожертвовать. Но почему сейчас? Возьми кольцо. Создай армию. И тебе откроется путь. Призрак кольца сбежал. Ты должен уничтожить это кольцо. Оно наше. Слова тебе правдивы, Келимбримбор. Это кольцо иное. С его помощью можно победить Саурона. Я истребляю людей, развращенных силой колец. Не становись одним из них. Когда придет время, я сделаю то, что должно. Может быть, постарайся уйти как можно дальше отсюда. Призраки кольца вернутся. Они всегда возвращаются. Наши пути еще пересекутся. Окей. У нас с вами есть кольцо. Это не может не радовать. Но минус Этиль, я так понимаю, пал. Или нет? Твердыня Мистик уровня 70. Уровень Талиона 14. Это наш с вами уровень. Что нам нужно с вами сейчас сделать? Открыта новая область.
Ты это слышишь? Это лес Карнан. И нам до него нет дела. Талион. Есть, есть. Нам нужна армия. Да. Нет, 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 у меня есть это там дело. Сейчас объясню. Посмотри. В том лагере полно воинов. Наших воинов. Нет, 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 мне нужен Карнан. Мне нужен Карнан. Акт второй. Обретение власти. Мне нужен Карнан, потому что именно там мы, выполнив какое-то задание, сможем призывать себе драконов. Ладно, секунду. Давайте смотреть, что нам нужно сделать. Подчинение. Наберите себе армию, подчиняя орков с помощью нового кольца. Чтобы скрытно подчинить противника, удерживайте левый shift и нажмите E, находясь рядом с ним. Чтобы подчинить орка в обычном режиме, удерживайте E. Все навыки истощения теперь будут подчинять противника. Так же, как допрос подчиняет червя. Наши главные козыри — это сила кольца и скрытность. Нужно сохранять незаметность, пока шансы не будут в нашу пользу. Ну, это прям так скучно на самом деле. Ладно, давай посмотрим, какие у нас с тобой есть здесь задания. Так, нам сейчас с вами нужно подчинить 10 лучников, оставаясь незаметным. Но я думаю, что это будет очень просто. Ты с кем там говоришь? А, нет, ни с кем. Тихо. Почему? Давай. А, просто ближе нужно было стоять. Хорошо. Эти лучники будут не просто нашим оружием, они станут нашими глазами. Это понятно. Ладно, я сейчас быстренько их всех подчиню, и потом это как-нибудь коротенько смонтирую. Ну что ж, 10-й. Окей. Приказы сторонникам. Подчиненные орки не станут атаковать своих бывших союзников, пока вы не прикажете им это, нажав 4. Если вы вступите в бой, то подчиненные вам орки, находящиеся поблизости, сами начнут сражаться на вашей стороне. Хорошо, я понял, хорошо. Нам нужно больше воинов, более сильных воинов. Окей, задание выполнено. И следующий уровень получен, замечательно. А еще нам нужны командиры. Выдающиеся орки, способные не только махать оружием. Что с этим лесом? Он взывает к нам. Нельзя отвлекаться. Наша первоочередная задача — создать армию. Так, давайте посмотрим задание. Что там у нас? Неистовая природа, доступна в области Нурнан. Странная музыка манит вас в лес Нурнана. Пора откликнуться на ее зов. Давайте, я хочу вот это попытаться выполнить. Что за зверь обитает в этом лесу? Карнан не зверь. Это сама природа. Она взывает к нам. Талион, мы должны быть крайне осторожны. Только не ты. Сжалься, следопыт, не оставляй меня здесь гнить. Хорошо. Она перебьет нас поодиночке. Твари из чанов, сотни их. Выходи, покажись. Из ямы на вершину, порабощенные реки и деревья. Что это? Полагаю, это работа Карнан? Мы в лесу Карнан. Она опустит в ход всю силу природы, лишь бы защитить ее. Смерти в этом лесу не меньше, чем жизни. Жизнь и смерть неразрывно связаны. Это Карнан. Ты ведь уже догадался, что нас там ждет? Я знаю не больше остальных. Что орки тут делают? Ну-ка, давай вот этого допросим. Что же она такое? Карагоры! Гули! Все вместе! Тысячи чертов вы накормите! Она управляет животными и призывает животных. Именно так мы научимся управлять драконами. Почему эти звери не нападают на нас? Они слышат ее песнь. Они часть ее, как и она часть их. Но они будут защищаться. Ладно, я понял. Тогда не будем нападать. Все-таки очень атмосферно сделано. Освободи меня, Тарк! Мы с тобой выберемся отсюда! Не переживай, я без тебя выберусь. Я нашел ее! Дерево! Она это дерево!
Дохкарнан — это дерево и зверь. Клык и коготь, корень и копье. Это уже интереснее. Вот этого здесь раньше не было. Что за дерево? Странно и чужеродно это создание из плоти. Где твоя гниль? Твои ростки? Цветешь ли ты? Увядаешь ли? Нет. 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 Безжизненная тварь. Но нет. Ведь ты умираешь и умираешь. Не безжизненная, бессмертная. Возилище из плоти. Талиан, нам ее не победить. Что ты предлагаешь? Брось меч и преклони колени. Я не буду кланяться этой твари. А может быть, и стоило победить дух Карнан. Хорошо, но тут какая-то хитрость, скорее всего, да? А, в принципе, это будет сейчас несложно, я так понимаю. Смотри, сколько мы урона всекаем. Тихо, тихо, тихо. Граги еще. Да ладно тебе, вывернись. Нет, 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 нет. Это не просто... Опс, я не то нажал. Это не просто Карагор, это что-то круче. Я не то нажал, сорян. Не играй с природой, Талион. Это грозная сила, и месть ее будет сокрушительна. Я постараюсь не играть. Давай еще разик. Окей. Швырнули. И настреливаем, да? Я думаю, что это должно быть несложно. Всего-то нужно попасть 5 раз. 5 долбанных раз! Хранительница леса Карнан. Кого ты зовешь? А вот это интереснее. Новый враг стихийные грауги. Стихийные грауги владеют сокрушительными стихийными атаками и неуязвимы к атакам своей стихии. Когда грауг зарычит, стреляйте ему в голову усиленным выстрелом и вы его оглушите. Ну ладно, подождем, пока он заглушит. Зарычит. У-ху-ху. Это было опасненько. Это было опасненько. Когда ты зарычишь? Вот это вот рык. Да, это походу рык. Или что-то типа того. Во всяком случае, он поджег эту землю. И нам там теперь, скорее всего, нельзя стоять. Еще один выстрел есть. Тихо, тихо, тихо. Еще стрелы. И еще стрелы, отлично. Оп! Я успел. Я успел. Черт бы тебе, больно. Это чертовски больно. Нет. Мазила. Вроде попадаем. Да пофигу, попадаем, хорошо, нормально. Совсем не обязательно прям ждать, когда он там зарычит или еще что-то сделает. Можно просто так попадать. Главное, чтобы попадать четко в голову. Ну, вообще по нему. Оп. Мазила. Еще стрелы нужны. А я могу просто тебя атаковать же, да? А черт. Еще пару ударов. О май гад. Нет, 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 стрелы. Я все понял, стрелы, стрелы, стрелы. Пожалуйста, не сгори до смерти. Что с ним? Он сам по себе умер, я понял. Он умер сам по себе. От своего же дыхания я вижу стрелы. А вот и дракон. Тихо. Тихо. Это, я так полагаю, тоже природа. Во всей ее ярости. А можешь попросить ее остановиться? Никому не должно урезонить ветер. Я понял, я понял, я понял. Попадание.
Все путем, все путем. Очень, очень аккуратно. Попадаем в него, и все будет хорошо. И все будет просто замечательно. И у нас с вами будет дракон. Мне нужны стрелы. Половину нанесли урона. Сзади какие-то шумы были, как будто бы, я не знаю, энты идут или что-то типа того, как будто бы деревья ломаются. Тихо. Стреляй. Стреляй. Еще пару раз. Еще разик. И еще. Есть. Есть. Ну-ка, нужно выбраться отсюда. Кажется, это Карнан не настолько могущественно. Ага. Или ты только видел верхушку айсберга? Кто это? Будет восставать снова и снова. Отправляйся в могилу. Кого мы пробудили? Крик лесов. Клекот рек. Великий дух Карнан, перестаньте кричать и шуметь. Вы пробудили Гаргарота, что был испещрен трещинами. Раскрыли око темного властелина, и он раздувает его пламя, кует клетки, растопку, которую пожрет огонь. Гореть вам, гореть нам. Это пламя поглотит всех. Кого мы пробудили? Не смерть. Создатель колец, твое изделие поет. Трещина, протянувшаяся по земле. Огонь, пробужденный кольцом из хладного металла. Мы слышим твой зов. Позволь нам помочь. Да, ты поможешь. Ты бессмертный зверь. Ты создание в узилище из плоти. Мы найдем Таргарота. Ступай, твой Балрог ждет. Он вздымается в роковой тени. Сражаться до смерти и затем сражаться вновь ты будешь. Скоро. И скоро. Не смерть победит. Не смерть. Ха-ха. Прикольно. Нам предстоит сразиться с Балрогом. Всего-то. Фигня. Уровень 16. Ху-ху. Слушайте, мы с вами прям прокачиваемся и прокачиваемся. Что там у нас теперь доступно? Похоже, кольцо пробудило не только Саурона. Да, нужно отправиться в Гаргарот и утихомирить этого Балрога. Нужно это сделать обязательно. Потому что, если не ошибаюсь, именно это задание мне нужно, чтобы получить доступ к драконам. Где это? Неистовая природа. Выполнено. Следующего задания нету. Где Балрог? А здесь что у нас? Кольцо власти доступно в области Нурна. То есть вот это, скорее всего, нужно выполнить. Нужно создавать армию, я понял, хорошо. Секундочку, вот у нас песнь дракона, вы можете призвать дракона, но чтобы получить это умение, нам нужно с вами выполнить задание Карнан. Нужно обязательно выполнить задание. Так, где-то здесь начинается задание, вот там наверху, я понял. Что это? А, это капитаны. Хватит с меня твоей болтовни, Брус. Так что я тебя просто убью при всех. Я всегда говорил, что ты оптимист. Знаешь такое слово, приятель? Оно значит, что ты смотришь на неподъемную для себя задачу и говоришь: «Без проблем, дай-ка я попробую». Я сам такой же. Кстати, интересно, кто победит. Ну, да. Можно было и не сомневаться. О, мне нравится.
Открыт навык подчинения капитанов. Вы можете подчинить себе капитанов и вербовать их в качестве сторонников. Чтобы завербовать капитана, атакуйте его до тех пор, пока он не будет зеленым, то есть сломленным. Зачем подчинить его? Это я понял. Это легко. Ну что, пошли сломим. Начнем с выстрела. Неуязвим к обстрелу, хорошо. Хорошо, значит, будем действовать по старинке. Нет, чувак, нет. Давай, своих вали. Эх, что-то этих своих здесь слишком много, вы не находите? Да, их слишком много здесь. Давайте немножечко подчиняем себе этих ребяток. Ой, долго подчиняем. Ох, и долго все это происходит. А с ним-то что он там? Его, кажется, все равно атакуют. А, его так и так атакуют орки, смотри. Его так и так атакуют орки. Да хватит вам. Ладно, плевать. Так, секунду, глефой. Отлично, и добиваем. У него там есть какие-нибудь бочки внизу или еще что-нибудь типа того? Так, хорош. Хорош. Вон я вижу одиночного орка. Давай быстро приручим, иди ко мне. Давай, подходи. Есть. Слева я вижу вот там лучников, ну точнее копейщиков. Их тоже быстро приручаем. Не надо мне кидать. Ты об этом пожалеешь. Не надо. Есть. Хорош. Что здесь происходит? Эй, небось собираешься меня прирезать? Твоим ножичком разве что пощекотать можно. А чтобы меня убить, тебе нужно что-то посерьезнее. Да не, я не хочу тебя убивать. Зачем мне тебя убивать? Если я тебя могу перетащить на свою сторону. Казнь, я могу провести на тебя казнь, да? Отлично. Я думаю, что это нанесло довольно-таки много урона. Ну иди сюда. Нервный ты наш. На! Опа! Через своего можно подтянуться так прикольно. Спокух. Под... Отлично. Ой, черт подери. Нормуль. Пробел. Ну, я, в принципе, понял, как с ним сражаться. Тихо, пробел. Починить, можно починить. Иди ко мне. Ты покоришься мне. Теперь ты служишь светлому властелину. Светлый властелин, темный властелин. Никакой разницы. Все равно в итоге мне придется вырывать хребты, но я это дело люблю. Так что пусть. Прекрасное пополнение нашей армии. Меня Брузом звать. Теперь я стану твоей тенью. Никто к тебе не подойдет без моего разрешения. Насчет моих врагов не беспокойся. Рано или поздно все они станут моими союзниками. Если ты хочешь сделать Мордор своим, начинать нужно с недр. Неподалеку отсюда есть крепость, говорят, ею заправляет двухголовый тролль. Здоровущий, как гора, и очень умный. Что и неудивительно, раз голов у него две. Срази его, и тогда Саурон призадумается. А у тебя к тому же появится знатная новая берлога. А это интересно? Мы не собираемся делать это в одиночку. Собирай войска. Соберу, только я хочу сам его голову пооткручивать. Красавчик. Хороший персонаж. Это прикольно, реально прикольно, что они ввели таких персонажей в игру. Это очень правильно. Брус присоединился к вашему штурмовому отряду в качестве командира. Вы можете завербовать и других капитанов для штурмового отряда, а также приобрести для них осадные улучшения за Мирианы. Понял. Блин, это круто. Слушайте, как много всего сделано здесь, а? Ну ладно, давайте попытаемся кого-нибудь приручить, я не знаю. Ослабить врага — важная задача, но куда важнее усилить наши войска, чтобы победить в битве. Я понял тебя. Да, я понял. Нужно покупать улучшения. Хорошо, смотри, вот здесь прямо рядом с нами... Секунду, что это? Это с паучихой связано или что это? Нет. Не понял, давай. Глаз короля-чародея, что? Раны чистые, оружие в ножнах. Похоже, это дело рук Элтариэль. Она неразборчива. Мне кажется, некоторые из них стали бы отличными сторонниками. Надо найти ее, пока она не прикончила всех наших возможных рекрутов. Хотя, если прикончат, нам и армия вряд ли понадобится. Она сражается с Назгулами?
Если вы искали призраков кольца, вы опоздали. Но перед моей атакой он говорил с орком, который был не похож на других. Неподалеку есть черви. Возможно, они расскажут, что тут происходит. Но их надо взять живыми. Не тебе решать, кого я оставляю в живых, создатель колец. Нет, не надо его убивать. Это теперь мой боец. Здесь рядом, слева. Ты давай на этого, я к тому. Давай, 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 давай. Цепляй его. Слишком далеко, давай, цепляем. Что это за особые орки, с которыми говорят назгулы? Их называют избранными. Уж не знаю, для чего они вы избраны. Так, еще один на нашей стороне, хорошо. Привет, стоять. Для чего нужны избранные? Захватить Хадиры. Это как-то связано с видящим камнем. Больше я ничего не знаю. Что открыли Хадиры? Это знают только визгуны. Избранные убивают всех, кто подходит близко. Избранные, откуда они взялись? Визгуны создают их с помощью какого-то ритуала. Очень секретного. Я не знаю где. Где проводит ритуал создания избранных? Этого никто не знает. Визгуны отправляют червя выбранному капитану, чтобы сказать, куда идти. Значит, мне нужно визгуны. Это не ее забота. У нас своя задача, у нее своя. Ее задача уничтожать врагов, которые выслеживают нас. Чем больше мы ей расскажем, тем лучше. Мы должны рассказать об этом Элтериэле. Принесли ли твои гонцы вести? Король-чародей разыскивает кольцо при помощи их хидиров. С ними область обзора Палантира увеличивается. Их охраняют орки, именуемые избранными. Пусть Палантир достался врагу, но сами хидиры уязвимы. Итак, нам известен их план. И теперь мы его сорвем. Еще один уровень, еще одно задание. Хорошо. Уровень 17, получено очко навыков. То есть нам сейчас нужно вот туда. Подчиняйте капитанов, чтобы подготовиться к штурму. Я понял. Но что-то я ни одного капитана не вижу. Секундочку, это мы что ли какое-то основное задание? Одно из основных заданий выполнили? Видимо, да. Давайте очистим Хидир. Ну вот смотри, мы здесь наверху. Например, вот это капитан. Давайте отметим и попытаемся его захватить. То есть там сейчас, скорее всего, какое-то задание будет. Туда 300 футов. Мы сделаем немножечко по-другому. Мы сократим дорогу. Уже не 300 футов, уже гораздо меньше. Найти цель, используя X. Вон он. Латак. Неуязвим к ядам. Плевать, вообще плевать. Тихо. Тебе конец, выходец из могилы. Мои парни об этом позаботятся. Они убьют тебя с радостью. Жаль, что я не могу испытать такую же радость. Но я давно перестал что-либо испытывать. А мы сделаем вот так, подожди. Мы призовем гондорцев, мы призовем карагов призовем. И вот при помощи них-то мы с тобой посражаемся. Что-то здесь чертовски темно как-то в этом лесу. Что-то у тебя очень много бойцов на твоей стороне. Подожди, 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 подожди. Лучники чертовы. Раз. Два. Три. Ну-ка, стоп. Почини его, почини, почини, отлично. Ах ты черт. Отлично, у нас еще один боец на нашей стороне. Еще лучник, тихо. Нам нужно его, так понимаю, хорошенечко подранить, чтобы можно было оглушить. Кстати, он почему-то без сознанки.
Слишком много лучников, слишком много драных лучников, очень сложно уворачиваться. Отлично, 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 последний, есть. И остался ты. Представляешь, остался ты и я. А еще мне Сёрк. Еще мне есть ручной Рорк, но он мне, в принципе, не нужен. Не-а, Мазила. Казнь. Еще пару ударов. Давай, 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 казнь. Казнь есть, нету казни. Ах, черт. Есть, можно подчинять. Опозорить, понизить уровень, дараться до смерти, завербовать. Ты будешь мне служить. Ну что ж, первый капитан готов, отлично. Ну что ж, у нас стало теперь доступно задание «Три башни». Нам нужно... Ильтариэль заметил Назгула, и нам нужно исследовать местность, чтобы узнать, что затевает враг. Погнали, посмотрим, что там нужно сделать. У капитанов орков слишком большие уровни, мы не можем их подчинить. Максимум, что мы можем сделать, только убить там, ну или открывать новых капитанов, чтобы попытаться найти низкоуровневых. Так что пока что повыполняем эти задания, все-таки они дают очень много, реально очень много опыта, по 9000. То есть сейчас у меня 18 уровень, сейчас пройдем, я думаю, будет 19. Но нужно что-то типа 25, потому что почти все капитаны орков здесь реально очень высокие. Да что ты за мной бежишь, а? Что ты за мной бежишь? Вон, с кем посражайся. Ты ничего не добьешься. Эти миры принадлежат этому чертею. Он ищет тебя. И скоро он починит тебя. Ты уверен, добраться до первого Хитира, пока его не захватили? И не получит. На Карагоре можно передвигаться быстрее. Ага. И я про то же. Погнали. Не зря мы себе их раздобыли. Как только добьем эти башни, надо будет найти Элтариэль. Возможно, она прямо сейчас за нами наблюдает. Я тебя понял. Хорошо. Первая башня впереди. Секундочку. Какого уровня? 11-го? Какого он уровня? Что-то уровень какой-то маленький. Мы ему, правда, не наносим нифига урона. Я захвачу этот Хидир по приказу короля-чародея. Ты жалкий предатель. А я избранный. Чего это я вдруг предатель-то? С каких пор я стал предателем? Ну-ка, давай призовем еще войск к себе. А его надо приручать, потому что он 11 уровня. В смысле, подчинять, я имел в виду. Черт, нужно еще кого-нибудь подчинить себе. Вот этого лучника. Ладно. Не самое лучшее затея. Ты от этого получаешь урон? Получает. Минус. Не-а. Вообще. Реально, как мы можем ему причинить урон, я думаю. Это вот так вот. Зашли за спину и атакуем. Блин, там еще лучник. Да что ж ты будешь с вами со всеми делать, а? На! Черт! С этими тупыми бомбами своими. Нужно подлечиться как-то теперь. Нужно как-то подлечиться. Он скоро приспособится таким макаром к нашим атакам. И нам лучше бы этого не дать ему сделать. Куда ты так много перекатываешься? Отбить. Нужно отбить. Нужно отбить. Нормально. Мимо. Приспособился, плевать. Плевать, плевать, плевать. Ну-ка в коленко тебе. Мимо. В голову. И подчиняем, подчиняй его. Ну же. Подчиняй, я тебя прошу, подчини его. Есть. Склонись передо мной. Я принимаю тебя в свое войско. Мы избранные. Мы стойкие. Ну, значит, раз ты избранный, значит... Значит, мы тебя просто-напросто убьем. Что поделать? Другого варианта нет. Ну-ка, откройся. Попал. Еще бы одну стрелу, и было бы замечательно. Черт.
все, пару ударов и все. Ему хана. Ну, раз ты такой избранный, то отдыхай. Следующего. 14 уровня. Скорее всего, такая же фигня. Эта башня отныне принадлежит королю-чародею. Ты умрешь в ее тени. Да нифига подобного. Чертов копейщик. Я, в принципе, вижу еще одного карагора, и я вижу бочки. Может, попытаемся через бочки протащить? Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди ко мне. Идет? Идет. Отлично. Лови огонек. Черт, себя тоже поджарил, мальца. Он же не огнеупорный, нет? Нет, у него казнь. Что такое? Его бесит казни. Блин, это нехорошо. К этому ты не приспособишься, зараза, на. Мы его не сможем подчинить. Он избранный. Ну же. Еще стрелы. Снизу где-то здесь, да? Понял, отлично. Кстати, там карагор сидит в клетке. Но мне кажется, уже просто легче его добить. Что такое? Кончились стрелы опять эльфийских. Что ж так быстро-то, а? Ну же, ну хватай ты его. Отлично. Еще один минус. Так, третий. Нужно быстро всех разбить. Избранный одержит верх. Этот хидир принадлежит королю-чародею. Да мне вообще плевать. А вот и он. Ах, и ты, следопыт. То есть, типа, я тоже принадлежу? Да нифига подобного, что ты придумываешь. Черт. Уворачивайся. Присоединяйся к нам. Да... Ты что, издеваешься, что ли? Нет. Секунду, это прям беда. Это прям проблема. Стрелы нужны. Стрелы. Вон, хорошо. Отлично, есть. Мне бы сейчас приручить кого-нибудь из них. Было бы вообще шикарно. Чтобы немножечко отвлечь. Пошел нафиг. Урон проходит, это хорошо. Но я не думаю, что мне хватит стрел, чтобы его убить. Эльфийские стрелы кончились. Нужны бочки или что-то типа того. Просто должны справиться. Я-то все-таки думаю, что легче всего сейчас как раз чародея убить. Попытаться убить или изгнать его. Или попытаться изгнать его. Другого варианта просто не вижу. Я сейчас расшвырял их по карте. Здесь только чародей и как раз... И как раз орк. Черт. Нет. Отлично. Отлично. Ну-ка. Тихо. Мне нужно подлечиться. Просто подлечиться нужно. И тогда можно будет его изгнать. Секунду. У меня есть подмога в виде карагора. И в виде орков. Все, пускай они там посражаются, а я этого попытаюсь изгнать. Есть. Отлично, мы его изгнали. Давай полечимся маленечко. Есть. Что ж ты творишь, гад, а? Казнь.
Нет, не срабатывает на нем казнь, потому что у него щит. Ну-ка, давай-ка всех подряд приручать. Давай приручать всех подряд, чё б нет-то? Хорошо. Смотри, смотри, сейчас спину его ударит. Вообще шикарно. Сможет его так кайтить, а наши его ребятки будут бить. Но причем он только что стал нашим. Ну, другого выбора просто нет, потому что уж он очень сильно что-то защищен. Отлично. Горит вполне себе так. Отлично. Не будем давать ему возможности встать хотя бы какое-то время. Где бы еще бочки найти? Что ж ты будешь делать, а? Да что ты... еще бочки, нам нужны еще бочки. Так, вот вижу бочку, отлично, и там стрелы. Просто шикарно. А здесь еще одна. На, сволочь. Ну иди ко мне. Что-то какой-то он совсем убитый, а? Мне вот просто интересно, как с ним по-нормальному сражаться. Это просто бомбезный босс какой-то, просто нереальный. Блокирует любой урон, ну просто любой. Фух, только таким макаром можно было убить. Просто вот, это просто жесть какая-то. Новый уровень. И здесь кольцо. С каждой отбитой нами башней взор короля-чародея затуманивается все больше. Мы лишим короля-чародея не только его зрения. И наконец-то следующее. Этен, нужно победить легендарного правителя Нурнена и оставить свой след в Мордоре. Наша армия готова. Значит, пора взять крепость Нури. Погнали, еще и это в этом выпуске выполним. Конечно, хотелось бы найти вот это задание с драконом, но что-то пока что найти не удается. Так, прикончишь правителей, форт твой. Ну что, кого еще возьмешь с собой, кроме меня? А у меня, кстати, кто-то есть. У нас имеются свободные ячейки, но мне как-то вообще фиолетово. Я хочу так пройти. Мне неинтересно, чтобы за меня сражались огромное количество орков. Я вообще не хочу, чтобы за меня орки сражались. Оплот дикарей, уровень 134. Интересно, это будет очень сложно? Слушайте, мы превращаемся во второго чародея или Саурона. За нас теперь орки сражаются. Жесть. Вам не стоило приходить. Эта крепость слишком крепка. Мы убьем вас всех. Черным наречием я плоховато владею. Вернее, я не знаю на нем ни одного слова. Но мне сдается, что он сказал, вы все умрете в мучениях. Люблю таких ребят. Правитель, я беру на себя. А ты сосредоточься на защитниках. Как именно сосредоточиться? Просто убивай. Захватить ключевые точки. Да погнали, захватим, господи, сейчас все сделаем. Ух ты, как нас раскидывают, а? Привет, ребятки. Привет. Надо помогать своим. Что там происходит наверху? Раз. Два. Захватить ключевые точки. Ах ты, господи. Грук-предатель, тьмы-ищейка.
Этот товарищ меня предал. Этот товарищ меня предал и переметнулся сюда. Что здесь нужно просто сделать? Захватить? Как захватить? Убив босса? Секунду, это же мой! Это мой! Так он подранен. Давайте постараемся этого гада зарубить. Черт! А вот это что такое? Поэтому попасть можно? Дракон? Черт! А, я совсем забыл, что вот как с ними нужно сражаться. Но только когда есть сосредоточение. То есть их нужно буквой... Их нужно буквой Е заморозить. А потом наносить урон. Тихо. Огнестойкий? Ну-ну. Дракон. Дракон, что ли, прилетел? Я не понимаю. Точно. И он сломлен. Секунду. Мне нужно его взять под свой контроль. Подлечился. Где дракон? Дракон умер. Я понял. Нужно добить этого гада. Нету больше стрел. И помочь нужно своему пареньку этому. Тихо. Что мне нужно сделать? Как его помочь? Я понял. Подлечил. Хорошо. Отлично. Грук предатель любит. Вовремя его подлечили. Соответственно, точка почти захвачена. Нажмите 4, чтобы захватить точку. Окей, принято. Точка захвачена. У них добротное оружие. Может, заберу себе один из мечей. Новой зубачистки не помешает. Ух, он вперед-то ломанул. Там 24 уровень, 25 ему сейчас секают. Ты смотри, как ему секают. Нужно ускориться и как можно быстрее туда прийти. Как можно быстрее помочь ему. Ну-ка, берем с вами. Вызываем всех, кого только можем вызвать. Ну-ка, на, сволочь. Зачем тебе со мной разговаривать? Действительно думаешь, что сможешь бороться с нами? Я сам принесу правителю твою голову. Слишком много слов, слишком мало крови. Главное, чтобы не потерять. Ух, хорошо казнили. Главное, чтобы не потерять своего вот этого силача. Черт, ловушка сзади за ним, да? Почему он горит? Я что-то не понял. А, у меня лук, видимо, поджигающий. У меня, видимо, поджигающий лук. Другого объяснения нету. Зачем ты вообще на него прыгнул? Вот того нужно было стрелять. Спокуха. Спокуха. Что там происходит? Кто-то что-то выливает? Яд. Они разливают яд. Неуязвим к обстрелу. Хорошо. Сейчас что-нибудь придумаем. Отлично. Мне нужны стрелы. Вижу. Прямо рядом. Давай получим с него жизни немножко. Нет. Ребята, нет. Да что ж вы меня преследуете, это гады такие, а? На! Одного застрелили. Вон там... Вот это можно сжечь. Черт, жизни совсем нет. Нужна крыса или еще хоть что-нибудь другое. Хоть что-нибудь.
Сгорел еще один. Чистолюбивый. Тихо, 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 тихо. Это не просто так, это как раз дракон. Пожалуйста, подлечись. Есть. Успел. Еще один. Я понял. Я сейчас помогу. Флаг крысы убит. Огненный дикарей танк. А, это не мой. Все хорошо, все нормально. А вот и дракон. Быстро сломить, сломить. Есть. У меня есть дракон. Но мне не нужен сейчас. Все равно на нем нельзя продолжить Номиронский плащ. Теперь это. Ну что, я могу захватить эту зону? Ребята, ребята, вы наглеете. Что-то их тут дофигища скопилось. Что-то их тут очень много. Точка захвачена. Фух. Нравится мне вся эта веселье со штурмом. И раз уж ты взял этот форт, тебе для него нужен будет правитель. Так, я могу тоже попытать счастье в этом деле. Что я породил? Его потенциал практически безграничен. Порядок, сейчас я тебе найду этого правителя. Если убить правителя, это станет известно по всей округе. Пусть знает, что это я его убил. Секунду, почему у нас атак? Почему у нас так жизни мало? Ну-ка, я хочу подлечиться. Идешь на мою сторону, войди в бастион и сразись с правителем. Ну, пойдем. Пойдем сразимся. Этот форт принадлежит теперь светлому властелину. Я так ничего не слышу. А я-то думаю, знакомый голос. Крыс Сирий? Я тебе сколько всего могу рассказать? С чего же начать? Может, со своей гибели? Что? Ты про это, что мне молотом треснули? Голова поболела немного и все. Если хочешь убить Рука, надо голову отсечь напрочь. Вот этот способ всегда зарабатывает. Ну, кажется, почти всегда. Если честно, я не проверял. Я уверен, что всегда. Позволь продемонстрировать. Брус. Здравствуй. Человек, друг. А за алогом ты следи. А то мало ли чего ему в голову взбредет. Например, убить меня. Как ты здесь очутился? Ну, меня схватили работорговцы. Хотя, вообще-то, они не все были работорговцы. Двое были каннибалы, один некромант, веселая компания. Они поймали этого Алога, он был весь измордованный. Мы с ним сидели в одной клетке, а потом я нас освободил. Алог выпрыгивает и давай руками махать. С тех пор мы с ним друзья, а не разлей вода. Мы не друзья. Ты спас мне жизнь. О, точно! Надо же рассказать мне про форт. Спасибо, что напомнил. Это долгая история. Следопыт убил прежнего правителя, и теперь форт наш. Следопыт? А, ну да, я его назвал в честь тебя. Я польщен. Ну, прекрасно было поболтать, но мы со Светлым Властелином пришли известить тебя о том, что форт теперь наш. Ну что ж, забирай, Светлый Властелин. Нам со Следопытом надоело уже играть в правителей. Муторное это дело, надо кормить бойцов, обучать бойцов, следить за тем, чтобы бойцы тебя не пришибли. Да, однако, морока. Ну, больше тебе морочиться не придется, потому что теперь я здесь правитель. Не. Не-не-не-не-не-не, только не ты. Кто угодно, только не ты. Что угодно, Следопыт. Только скажи, мы со Следопытом все сделаем. А, подожди, Следопыт, так и запутаться можно, да?
Но я вот к чему это говорю. Нельзя, чтобы Брус был правителем. Согласен. Но я тебе сразу могу сказать, я этой парочке прислуживать не буду. Ну и прекрасно, потому что нам тут, полудурки, не нужны. Не обращай внимания на этих глупцов. От каждого из них есть своя польза, но правителя нужно выбрать быстро. Ты читаешь мои мысли. Может, ты не заметил? Я большой и злющий. Друг вот этого алога. Прикольная ситуация. Это они хорошо сделали, конечно. Я так понимаю, что это из первой части, да? Я просто в первую не играл, но смотрел ее так. Ну, видимо, я его там не видел просто. И теперь крепость наша. Мы сражались. Мы прошли через многие потери и лишения. И все же мы выстояли. В Мордоре появилась новая сила. Вы! Нас ждет еще много битв. Еще много крепостей. Но отныне Мордор принадлежит нам. Мордор принадлежит Светлому Властелину! Крепость захвачена, правитель побежден. Кстати, это было легко. Я не думаю, что остальные крепости так легко будет завоевать. Скорее всего, с Властелином придется там посражаться. А я даже теперь не знаю, кого там поставить правителем. А может, ни одного из них, может быть, кого-нибудь другого, чтобы эти не передрались? А давайте так и сделаем. Давайте, например, выберем, кого угодно, только не их. Арсаку Дикий, Хаш из Черных Врат, Гриша Простой, я даже не знаю. Вот этот там наш слева. Ну давайте вот этого поставим, да бог с ним, пускай он стоит. Это просто один из тех алогов, которые я приручил, даже не знаю, буду добавлять или нет, это было очень просто. Выбил его, приручил, и все, у меня он и есть. Теперь у нас в Мордоре есть опорный плацдарм. Нужно укрепить оборону, пока Саурон не попытался вернуть себе то, что потерял. Но все это делать будем с вами в следующем выпуске. Я надеюсь, что вам этот выпуск понравился, он был длинным, но несколько дней не было выпусков на канале по этой игре. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи тебе, пока, надеюсь, ты придешь посмотреть следующий выпуск, и увидимся в нем.